Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Давайте откроем. Посмотрим, что здесь. Я догадываюсь, что здесь. Это должны быть ножи. Я заказываю разные ножи на обзоры. Вау, какой он тяжелый. Что это за нож такой? Вот этот вообще легкий. А коробочка как бы больше. Интересно. Это ножи одного и того же производителя. А, понятно. Здесь у нас комплект ножей. Я припоминаю, что заказывал один комплект подешевле и один нож подороже. Так. Это не керамика, она просто покрашены, эти ножи. Кстати, очень острые. Одну секунду возьму лист бумаги, чтобы проверять ножи на их режущие способности. Интересная такая ручка из пластика. Вот такое. Режет бумагу, но я могу сделать лучше, немного просто поправив вот этот нож на бруске, мелком бруске. Так, давайте смотрим следующий. Так, вот такой еще. Этот, возможно, немного лучше. А возможно, где-то что-то недоточено. В принципе, ситуация та же, режет, но я понимаю, что можно и лучше. Мы поправим, конечно же, эти ножи, потом на бруске. Но сначала хочу пересмотреть, целые они или нет. Сделано вроде бы неплохо, в принципе, мне нравится. Большой. Вот такой нож. Он как-то лучше режет, чем те маленькие. Возможно, просто лучше заточка, а возможно... Нет, наверное, просто лучше заточка. Так, давайте посмотрим еще вот такой. Это хлебный нож. Просто качество вроде бы нормальное, сделан хорошо. Проверять, конечно же, на листе бумаги нет смысла. И вот шеф-нож. Мне больше всего нравится работать вот таким ножом. Сделан неплохо. Не знаю, как долго будет все это держаться, работать и так далее. Набор очень дешевый. Но за такие деньги, в принципе, я пока доволен своей покупкой. Дальше уже в обзоре, в тестах, вернее, ножей я увижу, хорошо или плохо вот этот комплект. Так, а теперь давайте вот этот нож. Он дороже, но зато он должен быть качественный. Я так надеюсь. Просто в любого производителя есть разные ножи, в зависимости от, я так понимаю, марки стали, наверное. Вау, какая здесь коробочка индивидуальная. Вот такая на магнитах. Открываем коробку. Какая-то надпись, потом... Вот такой мануал. Дальше. Тряпочка брендированная. Визитная карта. Силикагель. Поролон. И вот он, шеф-нож. Так, ну надеюсь, этот будет острее, чем вот предыдущие ножи. Комплект ножей. Хочу его посмотреть. Так, сделано, в принципе, неплохо. Дерево, что ли? Такое впечатление, что деревянная ручка. Интересно, нож сквозной по всей ручке? Вот ведь здесь металл. Или это обманка такая? Я надеюсь, он сквозной, это было бы очень круто. И давайте проверим заточку. Вау! Ну, разница. Если бы я не пробовал вот эти ножи, я бы подумал, ну вот, хорошая просто заточка. Но здесь заточка идеальная. В сравнении с предыдущими ножами,
Этот нож блеет. Я, конечно же, проверять на руке не буду. Жалко волос. Но вот видно, как он хорошо режет бумагу. Ну, этот нож мне нравится. В сравнении с предыдущим комплектом, это небо и земля. Вот даже марка стали указана. И Герман, не знаю, что это значит. Сомневаюсь, что это немецкий нож какой-то. Но очень крутой. По режущим способностям. Как он будет удерживать заточку и так далее, это все будем видеть, когда я буду снимать тесты. Все ссылки на эти ножи оставлю в описании под видео. Если не ошибаюсь, заказывал официального представителя вот этого бренда на AliExpress. Всем спасибо, хорошего настроения, до свидания.